И сегодня прошло очередное судебное заседание по ферросплавному заводу, и похоже, что споры снова затягиваются. Третий апелляционный суд перенес слушание на 17 июля по просьбе администрации Емельяновского района. Противники завода теперь ждут ответа от высшего арбитражного суда. Они намерены обжаловать решение иркутских судей. Их постановление, где говорится, что Шуваевский сельсовет не вправе решать судьбу марганцевого завода. Именно высший суд, по их мнению, может поставить точку в этом деле. Свое отношение к затянувшимся судебным тяжбам по вопросам строительства ферросплавного завода сегодня высказали и представители компании ЧИХСУ, но инвесторы были крайне немногословны. Закрытое акционерное общество ЧИХСУ ВК считает свою позицию законной и обоснованной и надеется, что обществу удастся донести эту позицию до суда.